Здравствуйте, друзья! Если жизнь тебя обманет, не печалься, не сердись. В день уныния смирись, день веселья верь, настанет. Сердце в будущем живет, настоящее уныло. Все мгновенно, все пройдет. Что пройдет, то будет мило. Это стихи великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. Слушая их, невольно очищается душа. А когда душа чиста, она с радостью принимает самую разнообразную погоду. В Краснодаре утром 12 декабря небольшой дождь, который продолжится и днем. А далее тучи закроют небо, целый день пасмурно. Термометр покажет утром плюс 7, плюс 10, днем 8-10 градусов тепла, вечером плюс 2, плюс 6, ночью от 1 до 2 выше нуля. В Тихорецке погода очень похожа на краснодарскую. Утром и днем синоптики обещают небольшой дождь, вечером и ночью пасмурную погоду. Температура утром и днем от плюс 7 до плюс 9 градусов, вечером плюс 2, плюс 5, ночью 1-2 выше нуля. А теперь снова вернемся к высокой пушкинской поэзии. О нет, мне жизнь не надоела. Я жить люблю, я жить хочу. Душа не вовсе охладела, утратя молодость свою. Еще хранятся наслаждения для любопытства моего, для милых снов воображения, для чувств, ну, словом, до всего. Спонсор нашей программы – строительная компания «Стройэлектросевкомонтаж». Отличная квартира с ремонтом. Покупай, заезжай и живи. Телекомпания «Краснодар» и Анатолий Дычков желаем вам солнца в вашей душе.